воспитать образованное, грамотное, а главное патриотичное поколение. Своими необычными, а главное современными методами воспитания поделились лучшие педагоги области на региональной ярмарке социально-педагогических инноваций. Какой подход признан самым эффективным, узнала наша съемочная группа. Елена Рахметова свои проекты на региональной выставке представляет уже в пятый раз. И каждый год новая идея. В этом году это лэп-бук, а проще говоря, самодельная книга с кармашками и наклейками. Все выдержано в тематике физической культуры и спорта. Молодежь сейчас вот чем заинтересуешь. И даже сказать, например, надо держать спинку ровно, надо там все, это будешь. Вот это для них это не стимул, это просто слова взрослого человека, который говорит, что надо. Когда он, они работали, мы надо, вот таким лэтбуком красивая осанка. Тут да, а ты хочешь быть похожим. А у бабы-яги какая спинка? Кривая, а ты хочешь быть похожим на бабу-ягу? Нет. Областная ярмарка социально-педагогических инноваций по традиции проходит в Отрадном уже в 11-й раз. В этом году на форуме представлено более 300 проектов. Мы являемся родоначальниками этой ярмарки. И в 2003 году пришла идея, значит, вот такого педагогической организации, такого педагогического форума. А потом уже массово с 2008 года у нас в разных регионах страны и за рубежом открылись региональные представительства и стали проходить региональные этапы международной ярмарки. 100 лучших проектов получат сертификаты качества и представят регионы международной выставки. В 2016 году в апреле она пройдет на Алтае. Екатерина Алексеева, Сергей Костин. Новости губернии.